Всем-всем привет-привет. Ну какая дама идет шикарная. Он в такой шубе. На каблуках. Мы приехали в одну деревню, называется Анкелу. По делам нам надо оформить бумаги кое-какие. Ага, кило тупирис. Вася остановился, купил хлеба в магазине в хлебном. В пекарне, вот она здесь. Вот это пекарня. Вот. Тут и пекут сладкое, и хлеб, и всякие, всякие, ну все, выпечка всякая. Сейчас пойдем на парк, поставим машину и пойдем оформлять документы. У меня болит живот, я сижу в машине, что-то трясло меня. Вот. Иду, и не добрыши кепе наде. На, и не пойду, иду. Адью фесси. Ну, парк арета. Вот, сейчас он поставит машину, и пойдем в этот самый... оформлять бумаги. На нашем участке есть колодец, его надо оформить. Тоже он нам... мы его не оформили в прошлом году, и бумаги надо сейчас отдать. Вот, подпишут. Это деревня такая, знаете, здесь в основном выходцы из Болгарии, болгарские греки здесь живут. Деревня очень ухоженная, классная, вообще красивая. Они когда-то, болгары, выгоняли греков, да, с побережья Черного моря. Там жили, ну, древние, ну, как старые поселения греков, и их оттуда гнали болгары. Поты в Волгаре, то кенегушен, то элен, жапоки, то в Волгаре. Прям пенинда хрони. Эненида. В 90-х годах, мне муж говорит, где-то так. 90, а, нет, эненидохрония, 90 лет. В 90-х годах, 90 лет назад их гнали оттуда. И вот прадеды сюда приехали, им Греция выделила вот эту вот деревушку. Здесь было древнее поселение, здесь есть раскопки древнейшие, которым, наверное, больше 3000 лет. И вот их сюда вот дали, да, и вот эта деревня очень-очень сильно расстроилась, она очень большая. А туда вот так поднимается в гору, за гору, еще там. И им... государство здесь им выделяло участки с землей, они сажали здесь оливки, и все они здесь вот делали. И они разжили здесь, и вот они, греки, сами по себе они греки, но болгарские греки, да, они как деды, прадеды ихние, тогда еще, в прошлых веках они жили на побережье Черного моря, в Болгарии. У меня у мужа на работе, вот парень, который, наверное, вы видели, да, вот он тоже, у него отец, его... родители тоже жили в Болгарии, и они из Болгарии, их тоже оттуда выгнали, ихних. И вот он тоже приехал сюда, в Грецию, но он образовался. Алимарагеля Вагельсона требуется. На, звонит. А, мы достигли, не эрхуме, тора пиранатонси. Звонит, договориться, что мы пойдем туда. Ну все, вот такая вот деревенька, да? Пойдем сейчас, я встану и пойдем. У меня это деревеньки есть, видео на берегу моря. У меня даже там есть видео, где мы кушали вечерний наш. И да, это вот так вот. Оно все туда вниз, вот так туда идете, там все. Там берег моря, там классные пляжи. А вообще хорошо. Вот здесь вон, видите, колонны. Вот там, там это же раскопки здесь идут. Мой муж пошел, собака лежит. Деревенька такая, видите, деревья уже осыпаются, листья осыпаются. Привет, собака. Здоровый пес. Вот, все здесь тоже продается. Деревня очень туристическая. Вот такие дела. Она очень большая. И здесь, ну вот, вот одна раскопка. Эти раскопки, здесь колонны. И там еще есть очень-очень много в других местах тоже раскопочек. Все, у меня муж пошел уже. Надо догонять его, я не могу бежать. Болтаю здесь с вами. Вот. Здесь церкви. Ну, сейчас уже все греки, они как-то уже все, как сказать, совсем стали греками, потому что уже они даже не чувствуют себя болгарскими греками. И, ну, все равно у них остались корни в Болгарии. Очень многие с этой деревни ездят в Болгарию. Смотрите, как красиво. Как будто рябина красная.
Не знаю, куда он мне делся. Короче, куда-то исчез. А, вон он пошел вперед. Вот, но все равно очень-очень болгар сюда, в эту деревню приезжают, родственники приезжают. И сами местные жители тоже ездят к своим болгарским родственникам, потому что раньше, когда эти греки жили в Болгарии, они тоже женились и на болгарках, и болгарки женились на греках, и вот как-то смешалось вот это вот все здесь, ихнее житье-бытье, и многие-многие имеют родственников в Болгарии. Куда-то у меня уезжал мой вон там. Сейчас. Ну вот видите, вот это все, где загорожено, это здесь все раскопки идут. Вот тут у нас все древности. Очень-очень большая территория здесь. Здесь раньше был город такой древний. Здесь было очень цивильный такой город, который был много-много тысяч лет тому назад. Потом, когда здесь была оккупация турков, когда турки здесь правили, здесь тоже ихние. Паша здесь жил турецкий тоже, да, и, как сказать, вот, и осталось еще здесь чуть-чуть от турков тоже такое вот дело. Собственно, такие большие великаны старинные. Ну вот оно, видите, вот это все загорожено, а здесь все древние раскопки. Вот где я иду, да, вот видите, дверь здесь, и здесь подо мной тоже такой вот, как мост, сейчас показать бы вам. Вот мой муж. Вот туда заходите, вот он. Вот. Смотрите, здесь написано 2 евро, 1 евро. Заходишь туда, платишь. Вот туда заходишь и все это осмотришь, рассматриваешь, и все здесь. Вот здесь подо мной, видите, вот туда вниз идут. Мне как показать вам. Вот тут спилили дерево, вот видите, вниз, вот туда даже, видите. Там под низом тоже раскопки, но не делают их. И даже вот где машина сейчас, где дорожка, да, вот это все здесь раскопки. А, все древности под нами, где мы ходим. Так что вот так вот. Вот это древности здесь. Кто сюда приедет, не пожалейте. Придите здесь, не только здесь, еще в других местах. Вон забор, видите, забор, и там колонны стоят, и под дорогами тоже везде вот это вот все. Вот, древний город был. Оп, мой убежал куда-то. А, не нашел. А, пробежал мимо со своей скоростью. Пробежал мимо. Ну все, вот такая вот деревенька. Набережную я уже показывала в нескольких видео. Так что вот так. Она, видите, вон даже в горах, вот туда, в горы. Видите, там маленький домик, это вот там все, вот эта деревня начинается строиться уже тоже. Вот. Ну все, давайте всем пока-пока. Я вас познакомила с одной деревенькой классной, красивой, спокойной, греческой, с болгарскими корнями. Собаки здесь такие. Вот как у нас лежат собаки, отдыхают. А, и кот еще что-то там выуживает. Вот здесь древние раскопки, древние колонны. Я уже показывала, говорила, да. Вон, туда далеко-далеко все это уходит. Вообще классно здесь. В этой деревне, я уже сказала один раз. Да, вон даже видно, отсюда даже видно кусочек моря. Вот и елка со звездой даже есть у них. Здесь очень красивая-красивая набережная. Погулять здесь везде. Так что, кто приедет, езди вам разгуляться. Вот в этот кабинет мы ходили, вот сюда вот. Сейчас заполнили бумаги, где там у меня пальцем, вот сюда вот. Ну, кот пошел. Вот какой котяра. Опа. Вот, такие дела. Ну, все.